Лидер КНДР Ким Чен Ын пригласил президента Республики Корея Мун Чжэ Ина в ближайшее время посетить Пхеньян и провести там двусторонний саммит. Об этом на брифинге для СМИ в Сеуле сообщил представитель администрации южнокорейского лидера. По его словам, соответствующее устное послание Мун Чжэ Ину передала Ким Ю Джон, сестра Ким Чен Ына. Она входит в состав высокопоставленной делегации КНДР, которая провела переговоры в Сеуле с южнокорейской стороной. Встреча длилась около 3 часов. Затем состоялся обед. Мун Чжэ Ин допустил возможность визита к соседям, заявив, что для этого нужно создать необходимые условия. Между тем, в Сеуле прошла акция протеста против политики КНДР и визита в страну северокорейской делегации. Манифестанты топтали фотографии Ким Чен Ына и скандировали «Ким Йо Джон вон из страны». Демонстрация завершилась столкновениями с полицией. Ким Йо Джон стала первой из членов ее семьи, кто посетил Южную Корею со времен Корейской войны.